большой привет, раз от весь всех, кто был в эфире. Веду прямой эфир. Всем большой привет. Веду свой прямой эфир с недели моды в Москве, с показа. Блин, Дашкин Кидс. Просто невероятные дети, модели. Меня просто восхищают. Я сам занимаюсь детьми, помимо актерского мастерства, видеоблогерства. Еще и фотопозирование, мы не только. Детский фэшн-дизайн для меня это очень близко, это просто великолепно. Анна Калашникова мне все загораживает просто. Да, я буду на подиуме в качестве модели в выходные. То есть, когда будет взрослый показ, когда будет подростковый показ, то есть вы можете меня видеть. Если вы захотите видеться, то, пожалуйста, смотрите. В общем, все же я, Владимир Калашников, и она вообще сидит видно. Весь свет, что Аня, ты бы своему ребенку купила бы такое? Что тебе нравится больше всего? А я еще присматриваю. Ой, как... Смотри, какие малышки. Ты как мама должна ценить детские наряды. Великолепно, вам нравится? Вы в восторге? Очень стильно, очень. Сейчас очень в моде винил, прозрачные куртки, принт живот и самое главное это блестки и глиттер. Это тренд нынешнего сезона, поэтому дети тоже в моде. Посмотрите, какая русалочка идет. Великолепно. Тренд нынешнего сезона, в принципе, как и в прошлом, это кислотные цвета, животный принт и неоновые оттенки. Смотрите, мальчик сейчас идет в куртке светоотражающей и в ярко-зеленом принте, который сейчас является относительно самым модным. В этом году модно кружево, легкие наряды. Неважно, ребенок это или взрослый, мода, она, в принципе, циклична. Такие наряды все интересные, очень детские, очень смешные, как будто бы нарисованные в комиксе или мультфильме. Здесь настолько гротескно Юдашкин поигрался с тканями, и не Валентин, а его дочь. Честно говоря, я хочу людей, которые близки мне сердцу и духу, поэтому я жду их. Связаны они тоже с Валентином Юдашкиным. Может быть, уже не связаны. В эфир зашла Виктория Климычева, больше известна под псевдонимом Мэри Посик. В общем, Вика, показ твой будет именно здесь, у Юдашкина и у тебя. Дорогие друзья, в общем, я буду завершать свой прямой эфир, потому что мне хочется насладиться непосредственно самим показом. Всех люблю, целую в плечи, до скорой встречи. Пока-пока. Ваш Курчин.